Привет, мои дорогие, еще один выпуск. Иду со школы, прихожу, и вот здесь у меня прям на пороге две посылки. Сейчас будем с вами открывать их. Масочная. Это... Сейчас откроем, посмотрим, что это такое. И это, по-моему, какой-то чехол, наверное, для... Я заказала для постельного, для всего, вот на зиму убирать. Скорее всего, это оно и есть. Так, открываем. Да, это чехол вот для таких вещей. Ну-ка, где тут замочек? Сейчас посмотрим мы с вами. Вот, раз. Так. Должна быть тут еще такая же вещь, ручка. Должна быть еще одна вот ручка. Не знаю, вам видно, нет? Тогда надо ходить дальше. Потому что вам, наверное, ничего не видно. Вот так вот. Вот, видите, это будет вот такой у меня чехол. Для сборки вещей. То есть я сюда могу... Вещи Анюткины сложить. Сюда можно сложить постельные, подушки, все, что хотите. Здесь вот есть, вот тут вот замочки есть. Вот так открывается. То есть можно вот так поверху. Показывала вам, видно, нет, не знаю. Вот, и сюда можно будет все слаживать. Что-то у меня две такие, по-моему, сумки были. Какая-то акция была, 24 кроны. Поэтому думаю, почему не взять, все-таки пылиться не будет. Одна. Так, смотрим дальше, что у меня здесь. Ага, это у меня чехлы я заказывала для одежды. Раз. Так, это плакатики Анютки. По порядку давайте тогда. Вот это вот чехол для одежды. А нет, это, наверное, второй такой же под вещи чехол. Сейчас мы с вами будем все распечатывать и смотреть. Нет, это чехол для вещей. Потому что я очень люблю... Ага, а он какой-то коротенький. Ну, в принципе, для футболок такого чего-то хватит. Потому что те, кто смотрели вот мои мариупольские выпуски, там у меня была платяная комната, и абсолютно все вещи у меня были в чехлах. Потому что часто бывает... Ну, не знаю, может быть, только у меня. Какие-то футболок ты перестираешь, пиджаков, чего-то еще. Оно у тебя провисит там несколько месяцев. Открываешь, а оно пыльное снова. То есть его надо снова перестирать. В чехлах этого не происходит. Чехол. Так, вот это вот, наверное, плакаты, которые заказывала Анютка. Да, это плакаты. Она их так ждала. Сейчас я вам достану, покажу. Уже, наверное, так я его обратно не засуну, но постеры. Смотрите, вот кот. Сейчас обратно его сложим. У него день рождения, и она хочет себе такую, знаете, комнату оформить в девичьем стиле. Я говорю, так, говорю, твоя комната. Ага, уже так не сложу. Буду просто здесь выкладывать. Это я заказала такую штучку на дно ящиков. Я уже одну такую заказывала. Она оказалась очень хорошая, такая пупырчатая, моющая. Ну, мне удобно. На дно ящиков в кухню. Потом пришли Анюткины. Ой, сейчас покажу вам. Очень я ждала кроссовки. Так, потому что она у меня обувь на ней горит просто. Сейчас вам покажу. Так. Так, смотрите, какие они классические. Ну и здесь они регулируются, не ходят, а вот так они будут затягиваться. То есть написано, что 39, но я смотрела по сантиметрам. То есть здесь 39 нет, это такой, знаете, 37 даже визуально. Вот такие кроссовки будут у нее. Ну, мне очень они нравятся. Так, кроссовочки дождались Анютки. Это вот самое, то, что я ждала еще. Это то, что на Гермиону, помните, я вам показывала. Сейчас открою. Гермиона вот здесь, кстати, у нас далеко уже стирался, она решила не уходить. Она уже у меня здесь. То есть, что мне нравится в ней? Ой, прям жарко стало. Так, она уже уходит, приходит. Вот так вот. И вот так вот это все, вот еще две лапы совываются здесь, я так понимаю. На спинке закрывается. Или где это закрывается? Да, сюда вот две лапы. Вот так вот это. Смотрите, сюда две лапы. Всовываем, смотрите. Вот две лапы животного всовываем. Потом на спине вот так закрывается. Сверху еще вот так мы закрываем это дело. И потом сверху вот этот поводочек. То есть мне нравится материал, видите, сеточка, оно будет дышать. Швы хорошо обработаны. То есть я думаю, что это будет самое то.
для начала будем на нее одевать, посмотрим, как она в нем будет ходить. Еще заказывал я навигатор GPS. Но я пока здесь ничего не вижу. Странно очень. Так, давайте пока. Это просто вот поводок и такой, как погремушка какая-то, чтобы было слышно, где животное. Для одежды. Не понимаю, что. Много всего заказывала. Сейчас посмотрим, что это может быть у нас. Это, знаете, что тоже Анютка заказывала себе много таких картинок на стену. Это вот, чтобы наклеивать их. Сейчас я вам открою, покажу их. Или когда она, может быть, сама наклеит, очень много таких картинок, они делаются в коллаж на всю стену. То есть тоже будет у нее определенный стиль комнаты. Они, кстати, вот эти вещи не дешевые. Так. Радости, я представляю, сколько будет. Она будет, наверное, прыгать. Мамочка, мамочка. Еще пришло мне. Так, заказывала футболку она себе. Лично выбрала, но я понимаю, что это синтетика. Но она сказала, все равно хочет эту футболку. Сейчас вам покажу, какая она прикольная. Смотрите. Она очень классная. Да, пусть она, конечно, не ХБ, а акрил. Но если ей хочется, у нее будет вот такая футболка. То есть видите, насколько Анютка, не намного меньше, чем я. Ну, класснючая. Так, кроссовки новые, новая футболка. У меня вся посылка в основном Анютка, честно. Честно говорю, у меня... Да, дальше. Ну, все плакаты я вам покажу, конечно. Так. Прям заклеено все так качественно, хорошо, чтоб... Попробую еще отклей. Хотела кофе выпить, но понимаю, что, наверное, попозже я буду пить кофе. Сейчас сначала вам все покажу, а потом уже будем с вами пить кофе. Вы посмотрите, какой это кот. Вы гляньте, какой кот. Видно вам, нет? Кот тоже обалденный. Вот видите, тема пошла кошачья такая. Мы такие с Анюткой кошатники. У нас вот такая кошачья тема. Так, закрою сразу в чехольчик, потому что ей же захочется самой это открыть. Я хочу ей предоставить это удовольствие. Уже, честно говоря, на столе складывать некуда. Вот это побольше размером, так. Где же ты открываешься побольше размером? Ну, они все не бумажные, они все на такой флизелиновой основе. Вот это прям такая большая девочка, видите? Видно вам, нет? Она говорит, да, мам, я хочу такую девочку. Я говорю, ну смотри сама. То есть выбирала, как понимаете, все сама себе Анютка. Это получается на ткань просто наносят они уже такие узорчики. Ребенку будет чем заняться. У нас, кстати, с ней мы договорились с ней, что неделю она будет обходиться без планшета. Потому что, ладно, потом завяжу. Еще одна, которая побольше. Здесь тоже кофе, так предполагаю, будет у нас. Да, смотрите, она говорит, мама, это наша Гермиона. Это обязательно нужно заказать. Они были практически по 80 крон, но это того стоит. Посмотрите, какая красота. Это я бы даже на входе, наверное, повесила. Вот просто, ну нереально классная, классная картина. Вот такое солнышко, обещают сегодня дождь. Но я чувствую, что я, наверное, даже загорать сегодня буду. Еще одна картина. У нас картин тут. Одни картины. Вот еще одна в чехле. Тоже большая. Но в чехол, конечно, ее потом вряд ли всунешь. Что это я даже... Это тоже кот. Он тоже мне понравился. Смотрите, какой. Смотрите, какой прикольный кот. Вы понимаете, да, в каком стиле у нее будет комната? И меня радует, что она выбирала сама вот все. Все картинки эти. Так, еще одна. Где ты открываешься? Вот.
же потом слаживать мне. Надо все сделать до ее прихода. Вот тоже. Мне, честно говоря, она не очень понравилась. Говорю, ай, ну ничего особенного. Вот она говорит, мам, ну я хочу. Я говорю, ну если тебе вот хочется, хотя по мне вот, ну, как-то просто кот с бабочкой. Она говорит, мам, мне нравится. Ну, раз ей нравится, знаете, вот это вот. Ну, если тебе хочется. Говорится, лишь бы ты улыбалась. Потому что вот то, что для нас кажется неважным, для детей иногда прям глобально важно. И проходит, когда ну, время, мы вырастаем. Мы часто запоминаем те вещи, которые вот родителям казались неважными, а мы как-то вот запомнили. А родители каждые 5 лет переклеивали обои. И вот я запомнила из всех переклеивания обоев, 3 года проходило, 5 лет тогда, знаете, но обои были бумажные. И вот из всех переклеенных обоев я запомнила одни, которые были вот в таком цвете, который мне нравился. Потом мама мне пошила шторы, ткань и покрывала в одном цвете. Все было именно так, как вот мне хотелось. И вот это я запомнила. Так, чехлы для одежды прям тоже у меня. Радость, раз, два. Должны быть 5, 3, 4. Да, вот 5-й, который мы с вами открыли. То есть из того, что мне, это чехлы для одежды, сумка для слаживания вещей. И то, что для Гермионы, это пока. Следующая посылочка у нас с вами на очереди. Так, а здесь тоже пришли просто, наверное, чехлы, вот эти, которые для одежды я заказывала. Вот они. Чтобы вы понимали. А, это нет, это тоже сумка. Это что у меня? Набор сумок пришел, не чехлов еще, которые я заказывала. Да, это тоже вот такой набор сумок. Это у меня, получается, будет огромное количество сумок еще вот таких вот. То есть я, вся кладовка у меня может быть заставлена вот такими вот сумками. Все, что хотите сюда сложить. И часть я, конечно же, передам Настюшке. Потому что тоже слаживать вещи, какие-то коробки покупать, ящики. Легче в такие сумки все. Все, мои дорогие, на этом все мои посылки завершились. Идемте теперь на кухню. Бьетки разрешения. И она решила, вот Гермиону мы наклеили на входную дверь. Дальше вот ее там шкафчик, так, зеркало, и вот смотрите, когда наклеила девочку, сейчас отойду подальше, чтобы было вам видно, девочка, кот этот, фотографии всевозможные, вот эти вот такие, которые в пачке было, их много было, так, дальше, вот кот, который с бутербродом, вокруг него тоже фотографии. Это Анютка нарисовала, помните, окно, которое вот такое, скажите мне, секциями-секциями. И большой диван, а на диване семейка котов ждет, когда придут владельцы дома. Так, это я вам хочу показать, наверное, поближе здесь, чтобы понимали сами вот картины. Потому что издалека вот ну, непонятно, что это. Так, это есть дальше. Вот кот, который сидит. Не знаю, там медитирует, куда-то смотрит в небо и думает о чем-то вечном, бесконечном. Вот еще кот очень классный. В общем, честно говоря, я как-то недопонимала этого кота. А когда повесили, очень даже милый кот оказался. Здесь вот вселенная такая в виде цветка. Здесь автобус с животными. Вот такая бесконечность. Все, Анюткина комната, обзор завершен. Помните, вот постель мы заказывали в Хогвартс у Гарри Поттера? Вот она пользуется. Все.